Дорогие мои ребята, выпускники 4 класса, искренне поздравляю вас с окончанием начальной школы. Вы столько много узнали и многому научились. И пришла пора расстаться с вашей первой учительницей. Не грустите и не переживайте. Теперь вы становитесь ее помощниками. Всегда помните все, чему она вас учила. Будьте честными и добрыми. Помогайте малышам. Слушайте старших. И не ленитесь в учебе. Пусть она вам будет в радость. Пусть вам повезет не только в учебе, но и в жизни. Дорогие ребята, впереди у вас летние каникулы. Это, конечно же, прекрасная пора. Желаю вам зарядиться положительной энергией, набраться новых сил. Пусть ваши каникулы будут интересными, увлекательными, веселыми. И что немаловажно для нас, безопасными. Ведь ваша жизнь и ваше здоровье – это самое главное для нас. Уважаемые родители, вот и подошел к концу первый этап обучения ваших детей в школе. Они с большим успехом добились первых в своей жизни важных побед. Пусть их дальнейшая школьная жизнь будет легкой и благополучной. От всей души желаю вам и вашим детям, конечно, прежде всего здоровья, больше радости в жизни. Я верю в каждого из вас, и я благодарна за то понимание и поддержку, которую вы оказывали в течение этих лет. Аллах наверис бурсун. Чермаусус Болугус. Уважаемая Екатерина Усмановна, от имени 4 А класса хочу обратиться к вам. Душой болеть за все на свете, во все вникать, всю жизнь отдать, чтоб получили знания дети и в жизни цель могли понять. Спасибо, наш директор милый, мы благодарны вам до слез. Не знаем, где берете силы тянуть такой тяжелый воз. Уважаемая Екатерина Усмановна, родители 4 А класса искренне благодарны вам за профессионализм, компетентность, творческий и индивидуальный подход к каждому ученику нашей школы. Вы прекрасный организатор, чуткий и требовательный руководитель. Спасибо вам огромное за возможность получить глубокие и всесторонние знания в стенах нашей любимой школы. Листья цветят, и вновь расцветает май.
раньше были просто мы, дочки и сыночки, и с трудом писать могли палочки и крючочки. Но теперь мы можем много, только дайте нам тетрадь. Мы напишем в ней такого, что самим не разобрать. И задач мы не решали, затруднялись их прочесть. И вообще еще не знали, что задача в жизни есть. Но теперь мы это знаем, мы их требуем и ждем. Но не только их решаем, а все больше задаем. Раньше себя не знали, не могли ни встать, ни сесть. Как бы только угадали, что среди нас таланты есть. Но теперь-то знаем, лучше всех и всюду победим. Да и дел великих кучу, если надо, сотворим. Мы страдали от нагрузки, выйти некогда. Был у нас ужасно узкий, недалекий кругозор. А теперь ума палата, что там всякий институт. Хорошо, что хоть ребята очень скромные растут. Все теперь для нас не новость. Сочинение и рассказ. Расстояние, время, скорость – это семечки для нас. Мы теперь во всем примерный, добрый и послушный класс. Даже ангелы, наверное, но немного лучше нас. Возрослеет, возмужает, но как прежде голосим, только раньше все визжали, а сейчас уже басим. Были мы не прочь подраться, потолкаться, пошалить. Это ж надо постараться, чтобы нас угомонить. Долго вы над нами бились, не жалея ничего. Мы здесь многого добились, и теперь мы ого-го. Наши мамы, наши папы вас за все благодарят. Вон как выросли ребята. Молодцы, хоть на парад. Еще со школой рано нам прощаться, еще учиться много-много дней. Но наступило время расставаться с учительницей первой своей. Мы стоим парадным строем, мы уже не малыши. И спасибо вам большое, говорим от всей души. За заботу, за терпение, в радостный и светлый час дарим вам стихотворение, чтобы вы помнили о нас. Мы же где потом не будем, ни за что и никогда. Вас, конечно, не забудем, наш учитель навсегда. Мы вам обещаем, не будем лениться, мы будем всегда на отлично учиться. А вам пожелаем хороших детей и новых всегда интересных идей. Мы будем к вам в гости всегда приходить, даем обещание, дети. Вы первый учитель, нам вас не забыть, вы лучший учитель на свете. Ребенку всегда говорить «молодец», «да». Вместе с ним иностранный освоить, «да». И за двойки его не ругать, «да». И делать уроки ему помогать, «да». Да. Кормить ежедневно вареной сгущенкой, «да». Всегда идеальным родителем быть, «да». «Да». Вкусные блюда будем готовить всегда. Да. Задачи решать настойчиво. Сочинения писать разборчиво. Да. Дневники в субботу проверять, меры срочно принимать. Да. На собраниях активно выступать, все проблемы оперативно решать. Да. Чтоб детьми была школа горда. Да. Нас не пугает задач харда. Да. Формулы вспоминать для нас ерунда? Да. Клянемся детей не лупить никогда? Да. Только слегка пожурить иногда? Да. Будем спокойны, как речки вода? Да. Мудрыми будем, как в небе звезда? Да. Будем вставать с тобой в холода, чтобы успеть и туда, и сюда, да? Когда завершится учеба страда, вместе с детьми погуляем тогда. Да. Надьфа Тхопаевна, благодарим вас за старания, за труд нелегкий ваш порой. За то, что, как родная мама, себя ведете с детворой. Спасибо вам хотим сказать за вашу мудрость и терпение. Смогли детишкам много дать, с
Спасибо вам за вдохновение. Вы подарили им добро и многому их научили. У них все будет хорошо. Спасибо, что вы их учили. Желаем быть всегда успешным, любимым, самой-самой нежной. Карьера ваша пусть растет, душа ликует и цветет. Спасибо вам за каждый наш урок, за то, что наших учите детей, а также за любой будний денек, за много замечательных идей. Уважаемая Настя Подкупаевна, поздравляем вас с окончанием учебного года. Ваш вклад в образование и воспитание наших детей мы высоко ценим. За то время, что вы с нами, вы помогли им превратиться в школьников, уверенных в своих силах. Отдельное спасибо вам, Настя Подкупаевна. Хочется вот сказать за то, что несмотря на сложившуюся ситуацию в связи с дистанционным обучением, вы добились того, что наши детки стремятся узнать что-то новое, что-то интересное для себя. В этом ваша заслуга, ваша большая заслуга. Уважаемая Настя Подкупаевна, мы искренне выражаем вам большую благодарность от нашего дружного родительского коллектива. Со всем уважением хотим выразить вам огромную благодарность за весь ваш труд, который вы проделываете и с которым так умело справляетесь, за ваше золотое терпение и прекрасные отношения с нашими детьми. Спасибо, что учите и всегда готовы помочь. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глагол и про тире, и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Спасибо вам, дорогие родители, за то, что я всегда видела в вас поддержку, за вашу помощь, активность и отзывчивость, за ваших талантливых и оригинальных детей, воспитанных и аккуратных, умеющих дружить и любить. Желаю вам терпения, здоровья, пусть будут за все семейные мечты. Вам, дорогие мои, учащиеся 4 А класса, спасибо за труд, за аккуратные тетрадки, за интересные ответы, за дружбу, за успехи и достижения. Мне было интересно с вами работать. Я буду по вам скучать.